Ну, так как будет лунное затмение в Скорпионе в середине этого знака зодиака, да, особенно люди, рожденные под этим знаком зодиака, ноябрьские скорпионы между 5-м, например, около 5 ноября, особенно кто рожден, да, 5, 6, 7, 8 ноября, то есть в первой декаде ноября, особенно с 5 по 10, могут быть кардинальные события, особенно в личной жизни. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, в финансовых вложениях, рискованных активов, да, вот тут у скорпиона может быть неожиданная благоприятная удача, успех, да, поэтому в этом плане может быть довольно-таки прекрасный период. Также очень хороший позитивный период у козерогов, да, особенно в карьере, в деятельности, в новых направлениях, успеха, в закладке событий, планов и проектов. Ну и так как квадратура и оппозиция этого затмения будет связана с такими зодиакальными знаками, как Лев наибольший неудачник, обманы, судьбоносные ошибки, трудности, предательство, неспровержение с должности, да, у Водолея может неожиданно рушиться взаимосвязи, отношения, особенно с близкими людьми, деловыми партнерами, да. И у Тельцов может быть сложная ситуация, конфликты, срывы каких-то неожиданных ситуаций в первой декаде месяца и финансовая неудача. Вот я бы отметил в большей степени эти знаки зодиака.